Привет, земляне! Добрым утром и здрасте! 28 декабря на дворе. Снегом завалило все. Как вы поняли. Спроси, куда зиму проводили. Зиму проводили, да. Еще в марте. Кто провожал, где-то вычитали в интернет. Кто провожал, говорит, зиму на Масленицу. На Масленицу, да? На Масленицу. Куда, говорит, вы ее проводили? Зимы нет. Тестируем новую камеру, сейчас на нее снимаем, потом расскажу. Вот. Вылезли погулять просто по лесу, по подмосковному. Результат неизвестен. Вообще, да. Вот, на Новый год отправляемся в Ярославскую область, не по планам. Так что этот сезон 2019 года на этом видео мы закрываем, я так думаю. Вот, а дальше будет видно. Откроем ли мы, когда откроем новый? Итак, вошли вот в этот пролесок, идем за мной, ну, туда, за спину. Вот туда. Там и дороги, и овраги. Ну, в общем, это поздно уже. Ну, что ж, была проволока, была хрень какая-то. И первая монеточка у нас. Так, надо бы разобраться с фокусами. А мы сейчас, подождите, вот так сделаем. А так... Оп. А так есть. 1981 годик. А, еще 81. Да. Совсем поздненько. Вот такой вот лес тут у нас. Молодой, высаженный. А нам вот туда. Туда. Включили камеру обратно. Проверили ямку. Сначала засыпали, потом проверили. Угу. Как это часто и бывает. Скорее всего, еще. Ну да. Где? Где? Потому что вот здесь вот тогда. Там. Сейчас я попробую ракурс поменять. Угу. Монет? Не знаю. Где тут, господи, что ты не можешь ее найти-то? Найти, по-моему. Да, да. Ну, взял и выбросил. Взял и выбросил. Ну что, цвет катается-то? Ну нет, копейка. Копейка? Копейка. Год? Я думаю, тот же. Сейчас, пока не привык к оборудованию. Восемьдесят седьмой, что ли. Чего, ты меня решил раззвонить? Нет, здесь фольговый сигнал. Низкий на плюс единицы. Пока всего. Смотрите, здорово, да? Два дерева. Прям в обнимку стоят. Прям березу обнял. А это кто, я не пойму. Ясень, что ли, молодой. Так вот и греются. Очень много, пока идем в сторону оврага, вот таких вот накатов советских попадается. Хотя, чем дальше в лес уходим, деревья становятся старше.
такими дуплами. Даже не дупло это, я не знаю. Так. У Любы там монета. А здесь, судя по всему, копали. Копали, копали. Чем копали, что они там копали, непонятно. Сейчас снимем. Не, ну копы встречают. Самое обидное, что не закапывают. Опять не закапывают, да. Мы ругаемся в голос. Важно, ты в лесу, не в лесу. Закапывай за собой. Так, сейчас. К камере, естественно, я еще не привык. Ну, ничего, фокус. Где он? Вот он. Я уж извиняюсь, ну привыкнем. 71-й годик. Камеры тоже. Сонька, мы и там на Соньку снимали. И сейчас на Соньку снимаем. Ну там уже все. Последний видос. Ну вот, предыдущий. Окончательную речь я как бы, наверное, видели уже. Совсем видео не записал, совсем размылил. Еще что ли? Ладно, если вдруг достанется, снимем. Да нет, это фольга. Фольга? Фольга. Нам куда-то туда. Дорога, да, это здорово перекопана. Ничего не закопано. Что-то мы все из нее крутимся. Где у нас... фокусами-то придумать. Чуть не могу научиться. А если так? Дорога здорово перекопана. Мы от нее сейчас по чуть-чуть отходим. Вот у меня тоже поздняя копеечка. Да, лес прикольный. Земля как пух, как летом. Обалдеть, 28 декабря, Новый год на носу. Да, пока больше нам ничего не дают. Вот интересно. Шли. Ну, здесь молодой лес, видимо, он там березняк, видимо, там поле было. Такая, как бруствер, да, бруствер. Бруствер, наверное. Вот такая вот хреновина. Вал. Ну, понятно, что советское время насыпано. Только на кой, непонятно. А очередная пивная пробка. Может быть, прям с бутылкой. У меня уже такие были. Да? Да, уж два раза. Прям с бутылкой целиком. Вообще... Снежок, что ли? Выкопать. Ну что, вам пробочку копнуть на камеру? Камни! Ой, корм! Не хочется. Ну, аккуратно. Сейчас вам пробочку на камеру выкопать. А с другой стороны, нам же никто не обещал кладов неземных. Вы мне объясните, где? Ну, пином ткни, господи. Здесь даже дорогу слышно. А? Здесь даже дорогу слышно. Да? Ну, она где-то там. Ну да. Все было проще, да? Нет, это вообще не пробка. А, железячка какая? Железячка какая-то. Веник, как всегда, в своем репертуаре. Ага, что-нибудь круглое. И начинается. Фокус. Ну, походу, оно здесь рядышком. Я боюсь, что мы не дойдем. Или переходить придется. Не, переходить-то я не хочу. Пока не привык еще к этому. Двигаем в сторону оврага, продолжаем. Ну, все, добрались до первого оврага. Вот такая вот. Глубокий. Вот такой завал внизу. С другой стороны, нам не помеха. Вон тетя Люба полезла.
О, даже железку слышно где-то. Так, сейчас спустимся, попробуем что-нибудь найти. Ну, тоже не факт. Решили двинуть по оврагу, по самому. Ой. Ага. Достаточно завалено. Пуля. Первый цветной сигнал со дна. Что за пульт? А. Пуля. Какие препятствия встречаются. Сейчас будем думать, как его преодолеть. Мы здесь поверху. Посмотрите, как размывает глубоко. Целая река высохшая. Мусора нет, в том числе металлического, от слова совсем. Вот. Сейчас буду думать, как туда пролезть. Вот туда хочу. Вот туда. Чайку попить, лайка бегает, ну сейчас не видно. Пробую. Где-то он там за елками. Здесь только что пробежал. Западноевропейская. Вон она. Вон она, вижу. Где? О, там стоит. Красавчик. Вон она. С ошейником. Ну, ладно, пусть будет. Так и ходим. Спустились, вылезли, спустились, вылезли. Сигналов минимально, копаем чернину, все копаем. Ножик нашли столовый из нержавейки. Пока больше ничего нету. По-разному выходы случаются. Бывает, что вообще отлично, бывает ничего, сами знаете. Вот. Но по такому лесу погулять... Просто великое удовольствие. Тепло. Плюс один, наверное, мне так кажется. Даже не минус. В лесу. Пытался снег пойти небольшой такой. Декабрьский. Но кончился опять. Лазим еще. Время еще есть. Жалко, быстро темнеет. Очень вот жалко. Не успели выйти уже. Только солнце появилось там где-то, уже там садится. Вперед, товарищи. Ну что, друзья, время 2 часа дня, походили. Начинает темнеть, уже пасмурно. Вот, что можно сказать. 4 монеты, 4 совета. Уже показывать точно неинтересно. Не шмурдеологи, и слава богу. 28 декабря. Такая замечательная зима. Такие прикольные овраги за моей спиной. Но, к сожалению, ничего интересного пока не дают. Вообще, запланировано 2-3 января, если вдруг мороз не влупит и все не встанет, то мы поедем на Ярославку. Ярославщину. Вот. Открывать сезон 2020 года. А на этом, что я могу сказать, с берега такого прикольного оврага мы прощаемся с вами. Спасибо, что с нами гуляете.
Всем пока.